Всем привет! Сегодня мы будем делать бесконечные кубики. На бумаге в клетку я расчертила такой шаблон. Под линейку повторяем все линии с шаблона на картон. Получается вот такая сетка. Для изготовления кубика нам понадобится вот такая форма. Из этой детали формируем куб. Подготовить нужно 8 кубиков со сторонами 2,5 сантиметров. Под линейку намечаем сгибы по линиям, после чего формируем кубик и скотчем скрепляем со всех сторон. Нам понадобится всего 8 таких кубиков. Теперь будем склеивать их особым образом. Смотрите, берем вот эти 2 кубика и склеиваем их по этой стороне скотчем. Разворачиваем кубики и наклеиваем скотч тут. Кладем кубики на место. Далее склеиваем эти 2 кубика скотчем тут и с обратной стороны. Кладем на место. Теперь берем эти 2 кубика и склеиваем скотчем по этой стороне и с другой стороны. Кладем на место. И теперь делаем вот эти 2 кубика. Склеиваем скотчем также с двух сторон. Теперь нужно сложить все кубики, не нарушая их положение. Вот так. И сейчас мы будем соединять кубики в единую конструкцию. Склеиваем кубики по этой стороне. И не забываем проклеивать скотчем с обратной стороны. Далее склеиваем кубики по этой стороне. Продолжаем склеивать тут. И в завершении склеиваем по этой стороне. Вот такие классные кубики у нас получились. Теперь остается только наклеить картинку или нарисовать самим какой-нибудь рисунок. По размеру сторон кубика приготовьте картинки и наклейте их на поверхность нашего бесконечного кубика. И так мы должны проклеить все стороны кубика. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь и ждите новых выпусков. Всем пока! Я снимаю в YouTube.